Непоседа, Ягоза и просто лапочка-дочка. Все это Лиза. Особенный, но такой обычный ребенок. Все как у всех детей. Если веселье, то безудержное. Если капризы, то мимолетные. А уровень любознательности просто зашкаливает. Лиза по своей природе очень любопытна, ей интересно все, ей интересно докопаться до сути вообще любого события, любого предмета. Энергии этой девочке не занимать. Прыгать, бегать, играть с родителями и старшим братом в увлекательные игры. Но больше всего Лиза любит игру качельки, которую они придумали вместе с папой. Любимая, открытая и добрая. Дочка Лиза, она когда услышит, что либо я пришел, либо где-то там увидела меня, то она сразу же все бросает и ненаигранно бежит папа-пап. Да, Лиза папина дочка. И каждую минуту свободного времени Александр старается быть рядом, вместе играть и радоваться первым победам и достижениям. Если для мамы Лиза исследователь, то папа видит в дочке артистические способности. Лучше всего у нее получается это слушать песни, танцевать, чувствовать музыку. Чтобы развивать эти способности, Лиза занимается в студии хореографии. А еще вместе с мамой и папой активно участвует в спортивных мероприятиях. Родители всесторонне развивают Лизу, расширяют ее кругозор. Они всегда открыты к общению и готовы оказать помощь словом и делом семьям с такими же солнечными детками. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.